все кушать, все завтракать. Скелетон. Ты скелетон? Я думал, ты это мне. Да, ты тоже скелетон. Ты такой ниже вот так вот. У нас завтрак сегодня яичница, у всех разная. У меня с колбаской с помидорками. У Афоньки бутербродики просто, он сыр уплыл. Афонька яичницу особенно не любит. У Гриши просто с колбасой жидко. Колбаска не осталась? Колбаска нет. У Антоши перемешанная с колбасой, а у папы тоже жидкая с колбаской. Поэтому всем приятного аппетита. А у меня с помидорами и с колбаской перемешанная. Да. Я готовлю пловик на обед из уточки. Здесь у меня просто пока вода, утка, которую я обжарила с морковкой, с луком и с болгарским перчиком. Все, как вы мне писали. Про болгарский перец сегодня не забыла. Здесь хребетик варится будет у нас. Надо, блин, прикрутить. Будет что-то, супчик какой-то. А здесь компот из сухофруктов, ну, сушеные яблоки. И там вишня майка еще. И сахар, и вода. И все. У нас опять жара, лето. Я тут поубирала в шкафу, где у меня силиконовые формы. Оказалось, их тут столько. Я как посмотрел на вот это и на вот эти розочки, мне сразу что-то кексы захотелось. Да? А это что такое? Это для вафель, не знаю еще. Я купила ее, ни разу ей не пользовалась. В общем, сейчас думаю, что с ними делать. Все пробовать по одному пожарить. Да. Ну а что еще с ним делать? Точно. Сейчас я убралась в этом шкафчике. И тут теперь вообще пусто, представляете? То есть оставила только то, чем я реально буду пользоваться. Куча мисочек всегда нужны. Для йогурта оставила, дети просят йогурт. Блинную одну сковородку оставила. И одну вот эту вот сковородку. Все остальное я выбросила из сковородки, в том числе, потому что хочу себе новую сковородку. А у меня вроде бы они есть, но они, знаете, к ним все прилипает. Оставила одну более или менее сковородку, чтобы был стимул купить еще. А пока все остальные выбросила. Сейчас приучаю себя к новой теме, знаете, одна полка в день. То есть один шкафчик или одна полка в день. До этого убирала, сейчас покажу где. У меня уборка была в этом шкафу. Здесь тоже все подизменилось. Я сюда вот так вот все подталкивала и потом еле закрывала, чтобы ничего не вывалилось. Тоже все опустошилось. И вот здесь вот, вот тут тоже. Сейчас здесь пусто, видите, но на самом деле тут тоже было практически так же, когда ставишь и боишься закрыть дверь, потому что сейчас что-нибудь вывалится. Поэтому продолжаем. Завтра, надеюсь, что вот этот ящик разберу. Кому ты звонил, расскажи. А еще с кем ты разговаривал? Афонь, нормально, пожалуйста, сядь и расскажи. Только он не может. Ты на мостик становился? Башкатай. Да, скажи, у них уже трубы на газ стоят, да? Радость там промышеваться. У нас стоит на газ. У нас просто. Да, нам просто говорят, газ будет и дороги будут. А где они будут? В Камышеватке будет и газ, и дороги, да? Ку-ку. Пошлите кушать, зависик. Это деревья сажают. Да. Так, у нас обед. Пловик. Григорий борщ. Он не любитель плова. Ети! А у нас сегодня петрушка, смотрим матч ТВ, уже все про чемпионат мира по футболу, уже 14-го начала, ура, будем смотреть, чесночок делали, и вон там вот еще щавель. Работаем! Афонечка, что ты делаешь? Поливаешь морковку, а бабушка что делает? Вяжем морковку! Выросла, да, уже? Да. Нет, вот она, морковка. Гришенька, я, конечно, все понимаю, но вот это что такое? Нет, вот это что такое? Вот это на земле что такое? Да, он выкинул. А это что такое? Морковка. Это сейчас крашить будет?
Гриша, а ты что, посадил огурцы? Да. Два в одном. Два сорта? Наверное, они типа быстро вылезли. Да? Угу. Алтай, это алтайский огурец. Видно. Но так, что один на один вылезет, а здесь на один. Три рядка. Угу. И покрасочки седина. Нет, ходить не надо, сынуль. Григорий поймал две рыбешки. Уже почистили, так что жарить надо. Карася, правда. Папуль, ну ты так домой, хорошо? Я сейчас петрушечки нарву. Зонька, ну не надо так делать. Заю, ну ты же красавица. Ты же девочка, мы идем на рыбалку. Гриш поймает большую рыбу, мы ее все съедим. Да? И станем такие толстые и жирные. Да ты что, еще одного карасика Гриша поймал. Ура! И там как раз закат. В общем, все как я люблю. Все как я люблю. Иди сюда. Из жирненького. Ты его заметила, да? Поймай. Марго. Ничего бывает. Что-то Гриша поймал такой. Я видела, какого большого караша из жирного поймала. Мам, ты посмотри в ведро. Посмотри в садок. Вчера, посмотрите, я карася вытащу. Так, ногу прокинула. Гриш, что ты там поймал? Башмак старый? Да нет, затянула. Марго, сядь, Марго. Да, рыба. Ну, или зацепился там, или рыба туда затянула. Рыба камыши. Так, Зоя, не лезь. Не отрывается. Ну да. Я снимаю. Вот так, переворачиваю камеру. Ты подожди, может, там сон? Какой нафиг сон?